А вот это потрясающая история. В Израиле живет замечательный художник, тоже мой товарищ, Саша Галицкий. Очень вам советую его на Фейсбуке найти. Он свои картинки постоянно вывешивает. А зарабатывает он тем, что он преподает резьбу по дереву в домах престарелых в Израиле. Вы можете представить себе, какие там люди живут. Это, собственно, люди, которые эту страну построили. Многие из них отсидели в концлагерях, у них номера на руке до сих пор, им по 90 лет. И они наполнены историями, конечно, невероятными. И я очень надеюсь, он за ними записывает какие-то их рассказы, у него очень хорошее чувство юмора. И я очень надеюсь, что он все это соберет в одну книжку, и это будет книжка страшно интересная. Мы с ним сделали пару совместных выставок, мы буквально в четыре руки рисовали. Одна называлась «Катаблос», а вторая была по мотивам пьесы Максима Горького «На дне». На дне морском, естественно. В общем, она была достаточно смешная. Он мне показал такую книжечку. Помните, в школе были такие таблицы Брадиса математические. Вот так она была издана. Это был абсолютно научный труд. Два математика на полном серьезе написали математическую работу под названием «Проституция. Экономико-математический анализ». Я ее полистал и ахнул, потому что я понял, что либо эти люди совершенно лишены чувства юмора, либо оно у них высочайшего полета. Оказалось второе. И мы с Сашей решили эту книгу издать как подарочное издание. Значит, с нашими рисунками. Что, по-моему, получилось совершенно замечательно. Тот же Репол я напечатал. Моя здесь графика, а Сашины вещи такие цветные. Но это прекрасный подарок человеку, который чувства юмора не лишен. А если еще и математика интересуется, то, в общем,